Здравейте, господа! Много вопросов. Какая у тебя ладошка красоты прям с утра? Ну, ты живешь в Европе, да? Смотрите, это готовлю не я, но у меня утренний коктейль. Иногда на молоке, иногда на воде. Он состоит из мерной ложечки смартмила, мерной ложечки коллагена. Ну, что-то в последнее время не было коллагена, поэтому мы перешли на вот такой вот коллаген. Тут 6 грамм белка в одном стике. Чтобы было очень вкусно и бодряще, да, еще солстик идет. Солстик Energy, немножко кофеинчика и очень-очень вкусно. Ну, в общем, это удовольствие, но под это удовольствие надо же что-то запить. Что у меня обязательная программа? Так как девочка я взрослая, мне хочется делать так, чтобы не было остеопороза, это обязательно кальций с витамином D, и я даю что-то для связочного, для суставного аппарата. Это либо MSM, либо Everflex. Там тоже MSM, и глюкозамин, и хондроитин. В общем, комбинированный продукт. Это раз. Второе. Мне обязательно нужно дать витамины. Вот они, суперкомплекс. Часть витаминов есть в смартмиле, но все равно догоняю суперкомплексом. Вот. И мне нужно построение клеточных мембран. Это лицетин и омега. Это оба мембранопротекторы. Но омега я редко ем, потому что я каждый день ем рыбу. Вот. Дальше. Сейчас лето, летний сезон, поэтому я, честно говоря, не выхожу без какого-нибудь антиоксиданта. Это либо куркумин, либо грапина, грапайн. И тот мощный, не надо оба одновременно, а по очереди, или чередуйте, и пожалуйста. Вот, ну и адаптоген сейчас, время просто, ну, как бы сложное, да. Вот, у меня либо ашваганда, либо я использую иммунную формулу. Вот, это тоже есть. Коэнзимчик Q10, но я просто, опять-таки, так как я девочка взрослая, коэнзимку Q10 обязательно нужно. Я не знаю, как я могу без коэнзима Q10. Вот таким вот образом. Вот. А приду с пробежки, да, я сейчас на пробежку, на купание и так далее. Приду с пробежки, придумаю что-нибудь еще. Ну, по второму кругу, возможно.